Всем привет! Сегодня мы вам покажем сумку, которую мы заказывали специально для нашего фотоаппарата Canon M50, обзор которого вы можете увидеть на нашем канале. И заказали к нему специальную сумку для беззеркальных фотоаппаратов. Давайте откроем, посмотрим. Да, он тут еще оказался клеен. Так, внутренний пакетик открываем. Смотрим. Вот такая вот маленькая сумочка. Здесь замочек. Внутри мягкая подстилочка. Внутри явно картонные перегородки. Здесь картонная перегородка, внизу тоже. Она хоть немного и помялась при транспортировке, но я думаю, под весом фотоаппарата она быстро выпрямится. Вот, здесь дополнительный кармашек для съемных батареек, аккумуляторов. Так, что-то тут чуть посыпалось, но чуть-чуть совсем. Вот, молнии работают. Все закрывается, ремешок у нас тоже в комплекте идет. Тут, конечно, слабенькие какие-то крепления, на мой взгляд. Вот они. Но ничего, я думаю, фотоаппарат не тяжелый, выдержит. Да. А, и такая вот ручка тоже специальная. Сумочка небольшая, как собственный фотоаппарат. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Всем пока!